116-й день рождения поселка в выходные праздновали жители Шевченко. Это в 15 километрах от Покровска. Провели ярмарки, конкурсы и принимали долгожданные подарки. Как прошли гуляния, видели наши корреспонденты. 116-й день рождения родного поселка жители Шевченко встречают песнями и танцами. Вдоль центрального сквера кулинарная выставка. Разнообразные блюда к празднику привезли из соседних городов. Гостиниц от жителей Родинского запеченный индюк. 12-килограммовую птицу мариновали сутки. На апельсинах. Индюк на апельсинах. Очень вкусный. Собственно, соку замаринованный, в апельсиновой шкурке. Здесь не просто ярмарка, а конкурс. Его ко дню поселка Шевченко организовали власти Покровска в школах города. Создатели кулинарного шедевра, который местным жителям понравится больше других, получат приз – 25 тысяч гривен. Вознаграждение за второе место – 15 тысяч, за третье – 10 тысяч гривен. Большей популярностью на дегустации пользуются сладости. Рядом горки, батуты и мультяшные герои. Местную детвору развлекают аниматоры. Поселок такой маленький, уютный, ну красивый. Много аттракционов всяких, парк хороший сделали. К 116-летию поселка Шевченко местные власти организовали фотовыставку. На снимках вековая история населенного пункта. Приумножить ее планируют местные чиновники. Поселок Шевченко, он так и назван в честь Тараса Григорьевича. Жителей 1805 человек. В этом году мы добавили спортивную и детскую площадку. Это не только здесь, у нас еще на микрорайоне Черемушки. Ремонтируется жилой фонд сейчас. На главной сцене торжественного мероприятия – награждение местных активистов. В первых рядах – долгожители поселка. Лидии Мороз, 95. Большую часть жизни она посвятила местной детворе, работая в поселковой школе. Стажу у меня хватает. Что запомнилось? Знала только работать и все. Старожилы поселка признают, такого дня рождения в Шевченко еще не было. Вот такого у нас не было сроду. Не было в Шевченко и современной амбулатории. Теперь есть. Это подарок местным жителям от Покровского горсовета. Реанимировать медучреждение предложил мэр города Руслан Требушкин. До сегодняшнего дня на консультацию к медикам приходилось с пересадками ездить в соседний Покровск. За 15 километров, рассказывает Виктор Иванович. В Покровск проблема. Тем более 70 лет. Теперь все в местной амбулатории, процедуры все. Семейный доктор принимает. На обустройство новой амбулатории потратили больше миллиона гривен. Все медицинское оборудование, все новое. Нас автоклав, сухожаровые шкафы, биксы, кардиографы. Подготовить поселок Шевченко к празднику помогли коммунальщики Покровска. Говорят, работы было немало. Поселок благоустроен, несмотря на это, на сегодняшний день еще убрано дополнительно три большие по объему стихийные свалки. Еще произведено благоустройство селища Шевченко. Завершился день рождения поселка салютом и выступлением известных артистов. Дуэта «Анна-Мария», Леонида Вивсюка и Богдана Щирбы. Анна Иванова, телеканал «Донбасс».